Бронзы на российском турнире. Американец Джереми Эббот. Он катается под композицию «At This Moment» Майкла Бабла. Вот можно сказать, что в этот момент Джереми Эббот, конечно, был недостаточно хорош для того, чтобы выиграть эти соревнования в произвольной программе. Ошибался старина Джереми. Вообще, Джереми Эббот, конечно же, нечеловечески хорош. На других турнирах, ну да, чуть-чуть больше сопутствовало ему. И он получал еще более высокие награды. Джереми Эббот талантлив, у него есть стиль, у него есть прыжки. У него есть все. Еще поборется.